Есиль СК стал победителем предварительного этапа Кубка страны по волейболу среди мужских команд. Финальная игра прошла 11 сентября. Соперником нашей команды стал «Динамо Кустанай». О ходе игры расскажет Ксения Куценко. Это последняя игра предварительного этапа Кубка страны по волейболу среди мужских сборных. Спортсмены разминаются перед встречей. На площадку выйдут команды, показавшие лучшие результаты за 7 дней соревнований. В этих соревнованиях принимают участие 10 команд. Финалисты на сегодняшний момент уже определились. Это наша команда «Есиль СК» и команда «Динамо Кустанай», которые стали победителями в своих подгруппах и завоевали путевки в финал. Финальный этап не за горами. Он пройдет в конце месяца в Павлодаре. Эта игра принесет в копилку сборных дополнительные очки. Свисток судьи и мяч в игре. Североказахстанцы начали активно атаковать соперников с самого старта. Первые очки у нашей команды. На протяжении партии у нее явное преимущество. Однако боролись за победу и кустанайцы. Эта встреча – генеральная проверка сил перед финальными играми за кубок. Команда у нас дружная, да, мы прошли высшую лигу Б в прошлом сезоне, добавились пару человек новых. Но мы сыгрываемся и, думаю, будем прогрессировать. Мы еще не нашли свою лучшую игру, думаю, в сезоне покажем, на что способны. Поймав победную волну, североказахстанцы уже не уступали лидерство. Итог игры 3-0 в пользу команды «Есиль СК». Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК.